В колледже машиностроения и транспорта во Владивостоке будут обучать новой специальности – оператор дронов. Первые 37 студентов уже начали обучение по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», а еще 25 человек приступят к учебе в сентябре. Именно на беспилотниках, на роботах будут строиться все дальнейшие процессы и технологические, и экономические, и оборонные. И мы сегодня видим, насколько высока востребованность беспилотной авиации среди тех ребят, кто участвует в специальной военной операции. Потребность только Приморского края в FPV-дронах составляет порядка 100 тысяч. Поэтому, безусловно, это спасенные жизни, это вопросы, связанные с нанесением урона противнику. Они разные, есть модификации, мы сегодня тоже работаем в этом направлении. Я думаю, что ваш труд, ваши знания, значит, вольются в те производства, которые у нас сегодня развернуты и по беспилотной авиации, и по тем дронам, которые мы выпускаем. Беспилотные модели все больше применяются и в мирной жизни, в сельском хозяйстве, в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в транспортной сфере. Сегодня все ваши специальности очень востребованы в экономике и нашего региона, в экономике нашей страны. Поэтому каждый из вас после получения аттестата, диплома, пройдя демонстрационные экзамены, скажем, будет иметь перспективу хорошей работы, хорошей заработной платы, в последующем жилья, если вы будете работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, судостроительного комплекса, по тем специальностям, которые вы здесь проходили. Мастерская оснащена оборудованием, техническими средствами обучения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой. Выпускники смогут дистанционно пилотировать аппараты самолетного, вертолетного и смешанного типов, эксплуатировать и обслуживать функциональное оборудование, полезную нагрузку, системы передачи и обработки информации, системы крепления внешних грузов. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.